приветствую на моем канале. Добро пожаловать, мои дорогие подписчики. Рада, что вы остаетесь со мной, поддерживаете меня, ставите лайки, мне очень приятно. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом домашнего хлеба вот такой вот форме. Форма это у меня еще осталась, как бы моя свекровь еще готовила на ней хлеб, пекла. Этой форме, наверное, лет 40, может быть. Вот, в общем, здесь у меня 1 килограмм муки. Просеяла муку 1 килограмм. Далее добавляем сюда 2 чайные ложки, вот такой вот горочкой немного соли. Вот так вот. Затем добавляем 1 чайную ложку, даже без бугорка, вот 1 чайную ложку дрожжи сухие. Все. И заливаем теплой водой 300 миллилитров. Все, замесим тесто. Если воды мало, можно немного добавить. Вот такое тесто у нас получается. Все готово. Воды у меня ушло, я добавила еще 150 миллилитров. В общем, на 1 килограмм муки уходит 450 миллилитров теплой воды. Так, убираем. Вот так вот накрою. Пакетиком. Убираем ровно на 1 час, может меньше, в теплое место. Прошел ровно час, тесто у меня поднялось 2 раза. Его нужно хорошенько замесить. Не замесить, а помешать. Немного добавила муки. Хорошенько вымесить. Тесто мягкое. Форму смазала растительным маслом. Предварительно я включила духовую печь, чтобы она разогрелась. Все, укладываем наш хлеб. По форме распределяем. Все, и убираем в духовую печь на 1 час. Что, духовая печь у меня на 30 градусов, то есть тут не слишком жарко, не слишком холодно, вот теплое тепло, можно сказать. Оставляем вот этот хлеб наш на 1 час. Потом через час ровно мы должны добавить градус. Наш хлеб готов. Дать ему нужно остыть. Так, по времени. На час я просто поставила, и также забыла сказать, что я включила в духовую печи вверх, только вверх. А как поднимется в течение часа, вот при 30 градусах, потом добавляйте градус до 180 градусов и ставите с двух сторон, то есть вверх, вниз должны у вас включены быть духовка. Вот такой хлеб у нас получается. Слышно? Хрустит. Ну да, сама приготовила. Теперь посмотрим в разрезе. Как он у нас? Как он у нас хрустит? До конца не остыл. Поторопилась я. Но дадим ему остыть, в общем, вот так получается. Дайте ему остыть до конца, чтобы вот такой вот не было. Ну, в принципе, получилось хорошо. Всем хочу сказать еще раз большое спасибо за вашу поддержку, за лайки, за комментарии, за то, что вы остаетесь со мной на моем канале. Я всем очень рада, каждому подписчику. Вот, огромная вам благодарность.
Вот, хлеб у нас получился, также напомню, дайте ему хорошо остыть. Я, правда, поторопилась немного, немного как будто бы он этот, вот такой вот мокрый получился. Но на самом деле он, вот видите, внутри какой.